Всем привет! С вами Прия. Я очень люблю иногда поиграть в Новый год в какие-либо игрульки, не связанные на самом деле к тематике Варкрафта. Игрой этих новогодних каникул будет Террария. Да. Игра является 2D-платформером, не 3D, как типа Майнкрафта, а 2D. Сейчас все прекрасно сами увидите. Вся суть в том, что игра является такой же песочницей, с на самом деле обилием контента. Хоть в ней и закачано там 100 или 200 мегабайт, занимает она всего лишь свободного места, контента в ней, если честно, намного больше. И мы будем покорять ее в режиме эксперта в большом мире, не на хардкоре, увы. Мы не такие уж сильные игроки, особенно в Слейте. Будем сидеть, осваивать эту игру, орать просто и осваивать ее, так сказать, недра. А недра тут очень глубокие на самом деле. Да, это будет крайне весело, так что приходите, буду ждать вас на стримах. Может, даже кого-нибудь возьмем еще к себе в группу. Ну, играть будем втроем, включая меня. Все анонсы, все какие-то интересные вещицы вы можете найти в ВК-группе. И там уже будут конкретно анонсы стримов в эти новогодние каникулы. Ну и именно по какой игре будут эти стримы. Когда только я заикнулся о том, что хотелось бы в Террарию поиграть, люди, хоть и сидящие на стриме по факту Варкрафта, охотно поддержали эту идею и выразили свое согласие на то, что они будут смотреть. Так что я жду вас. Если не придете, каждого найду. Елку сожгу дома. Да-да-да. Ладно, шучу. Всех вам благ, счастья, здоровья. С наступающим или наступившим уже. И до скорого. Берегите ноги.